Солнечного города Сочи. С вами Арина, и сегодня у нас 22 января. И кто угадал, то в комментариях я всех поздравляю. Когда у меня день рождения? Я сегодня утром проснулась очень рано, отсняла для вас комментарии победителей, там, значит, пометила, да? Вот, поэтому посмотрите предыдущий влог, где отвечаю на комментарии. Там три победителя, кто угадал, когда у меня день рождения, получают приз. Заранее всех, естественно, благодарю за поздравления и за ваши комментарии. А также, естественно, поздравляю трех победителей. Кто эти победители? Смотрите предыдущий влог. И, естественно, отпишитесь мне в WhatsApp для того, чтобы я отправила вам подарки. Там будет либо денежный приз, либо через Wildberries я вам выберу подарки в ваш город. Значит, как найти мой номер телефона? В описании под видео всегда есть информация обо мне, плюс есть еще ссылочка на телеграм-канал. Ну что, друзья, на комментарии я ответила, победителей я выбрала. Сегодня потом я, естественно, начала готовить салатики. Ну, как я и говорила, я приготовила оливье, картошечку, мясо и свекольный салат, и нарезки, овощи, фрукты. Вот, этого предостаточно. Значит, подружки придут ко мне где-то после обеда, ближе к вечеру. Поэтому у меня есть время, и сегодня отличная погода. Я решила отправиться с вами на море, так как я, когда приехала, еще ни разу не была на море. И сегодня мы с вами взяли нашу прекраснейшую Жозефинку 13-ю. Почему 13-ю? Если кто смотрел мои влоги, я устрою конкурс в феврале. Почему мою Жозефину я называю 13-я? Ну, естественно, тоже будут подарки. Каждый месяц на моем канале розыгрыши, поэтому присоединяйтесь, новенькие. Я напоминаю, что я переехала около 4 лет с Москвы, точнее, с Подмосковья. Недавно на Новый год я ездила к родным, к детям, и как бы там многие влоги смотрели, может, кто-то не смотрел, но, в принципе, вот небольшая информация обо мне. Живу я в Сочи, в особенности в Лазаревском, мне все прекрасно нравится, мне комфортно, мне прекрасно, по состоянию здоровья мне тоже все нравится, вот. И сейчас, пока мы будем гулять, я отвечу еще на один комментарий, который прилетел вот буквально, по-моему, вот недавно. Так что, друзья, поехали гулять, но мы пойдем пешком, естественно, на море. Посмотрим, сколько народу гуляет, что происходит с морем.
Вот, погода, температура за бортом сегодня где-то плюс 8, плюс 10. Ну и, в принципе, солнечно. После того, как я погуляю, вот, естественно, я уже буду готовиться к накрытию стола и принятию поздравлений и подарков. Причем уже с утра посыпались поздравления, и многие девочки с моего нового канала тоже меня поздравили. Я всех вас очень благодарю сердечно за поздравления. Светит солнце, поэтому, может быть, меня так не очень хорошо видно, но ничего страшного. Самое главное, меня слышите. Ну и, девочки, что я хочу сказать. Одела я сегодня новую курточку. Кто-то мне писал, что она не для зимы на севере или в Москве. Да, я, наверное, с вами соглашусь. Хоть она и термо была, да, там минус 20, по-моему, стояла, но она реально не под такую прям морозную зиму. Вот, одела сегодня вот такую вот маечку, я вам ссылочку тогда давала, медальончик, джинсики, кроссовочки, ну, все как положено. Поехали, да, поехали смотреть мой новый влог. Ну и еще, конечно же, я вас заранее предупреждаю, что застолья и мои близкие друзья я снимать не буду. Поэтому чисто так вот, только небольшие, как говорится, поздравления, цветы. Вот это я вам засниму, дорогие мои. Ну что, пошлите на море. Приехали на пляж Гренада. Ну что, друзья, мы приехали с вами на Гренаду. Жозефина бегает, как всегда, да, и начинаем с вами прогулочку. Так, Жозефин, давай, не отвлекайся, а то будет сейчас тут облаивать всех, как всегда. Да, надо сначала сделать все свои дела. Пойдем. Что хочу сказать, друзья, ко мне прилетел один комментарий после видео, которое я выпустила. Оно вышло вчера или сегодня, точно не скажу, но там типа кто-то пишет, мужчина или женщина, я не знаю, типа кто-то живет на севере или в Сибири, все нравится, все отлично, типа не учите ученых, нам и здесь хорошо. Я не понимаю, к чему такая агрессия, во-первых. А во-вторых, просто-напросто никто никого не учит. Моя информация была для тех, кто хочет переехать, кто ездит на зимовку в Сочи. Ага, вон, видите. Так, ну и что мне тебя на руки брать? Вылетит она или не вылетит? Придется, наверное, на ручки брать, да? Давай-ка. Видите? Тут и с камерой. Какая-то агрессивная собака, честно говоря. О, еще. Вот как вот так вот без поводков опять запускают, да? Выпускают. Все, убежали. Давай, Жози. Идем. Вот. И что-то мне здесь непонятно было. Вот этот комментарий, честно говоря, если этот человек смотрит, никого я не учу. Я просто даю совет, потому что люди спрашивают. И я уверена, на 100% это тот человек написал, левый, который меня смотрит недавно. Может быть, с момента поезда. Там очень много было просмотров. Вот, еще кто-то написал, что ЖД дает один раз в год билеты на плацкарт. Ну, тут я точно не знаю. Я знаю, что мне моя соседка в поезде сказала, что дали билеты. Я не спрашивала. На купе, в купе ей дали билеты, в плацкарт ей дали билеты. Она единственная сказала, что вот ЖД дает билеты один раз, и как бы
Она просто захотела этим воспользоваться. Смотрите, собака вот бегает. Здоровая собака без поводка. Вот это понятно, если вам видно. Она убежала уже. Так, ну что, спустимся к морю. Так, ты-то хоть не шуми. А, она маленькую увидела собачку. Давай. Вот, поэтому, друзья, никого я не учу совершенно. Кто не хочет, не слушайте, не смотрите. Вообще, я создала этот канал не ради, там, допустим, кого-то. Я вообще удивляюсь, что меня кто-то смотрит, кому-то нравится, да. Вот, просто для своих родственников, потому что я замучилась снимать и все отправлять всем, каждому подряд, все мои шаги, где я бываю, в магазинах, на море, прогулки и так далее. Ну, а кто уже присоединился, я вас, конечно, искренне благодарю за это. Смотрите. Как вышло солнышко, сразу рыбаки стали и рыбку ловят, да? Отличненько. Вот пляж. В конце января, смотрите, как хорошо на море все-таки. Я просто сказала про себя свое мнение, что я рада, что я переехала. Вот. А кто просто любит море, я так понимаю, тот меня и смотрит. Смотрите, вот сели на заваленку, да, как говорится, и сидят, кайфуют. Дышат морем, солнышко, все, тут витамин С вам, витамин Д. Прекрасное настроение. Все отлично. Так, Жозефина, что-то там застряло. Ой, смотрите, какой ручеек красивый. Он прям на солнышке, так здорово. Сейчас я вам покажу поближе. Кстати, друзья, я, по-моему, вспомнила, что я с вами еще ни разу в горы не ездила. В горах очень красиво, просто погода какая-то немножко нелюдная. Вот эти все снимают. О, что-то написали там. Сейчас мы тоже подойдем, посмотрим, что там написано. Ага, уже стерли. Стерли. А что там было написано? Сочи? Сочи? Лазаревская? А, Москва, я тоже с Москвы переехала. Поэтому... Да, на совсем. Да. Вот снимаю влоги на YouTube. Арина, море, Сочи. Да, вы увидите себя. Интересуются, видите, все люди. Там просто Москву написали, что на фоне моря. Очень красиво, романтично, я считаю. Как хорошо, что остались еще добрые люди. Кстати, всем моим добрым людям на моем канале и вам респект, как говорится, и уважуха, потому что я обожаю и уважаю добрых, искренних, хороших людей. Потому что я сама такая. Я и люблю и помогать людям, и люблю поддержать. Я всегда болею душой за всех, как говорится, не только за тех, кто в море, да? Ну что, Жозефин? Вот смотрите, эта собака, она прям сюда прибежала даже. Но это же надо, уже выпустил. Тоже солнышко захотело. Но она без поводка. Вот, ну, я так подозреваю, это вот все-таки собака не... она какая-то чья-то, чейная, понимаете? Она с хозяином. И вот так вот ее выпускают. Вот это очень странно мне, конечно. Так, Жозефин, давай... девочкам и мужчинкам, кто любит море, кто любит юг, сейчас вам море еще красивое. Смотрите, какие облака, эти, какое небо красивое, голубое. Не знаю, видно вам или нет. Я хоть в очках, но мне тоже не очень видно, когда я смотрю на солнышко. У меня очки зеленые же сегодня, не коричневые и не черные. Ну что, друзья, Жозефина меня куда-то все несет. Я уже тут сделала подлиннее поводок.
Вот, и поэтому я хочу сказать, что кому нравится, тот смотрит и влоги, и море, да. А кому не нравится, тот пускай живет на севере или в Сибири. Хотя, вы знаете, у меня здесь очень много друзей образовалось. И в основном эти люди с севера, очень много, с Екатеринбурга, кстати, с Новосибирска, переехавшие. И очень давно переехавшие с севера. Поэтому, друзья, я хочу сказать, что вот тот человек, который написал этот комментарий... Так, Жасмина куда-то меня ведет. Может быть, у него средств нет переехать. Может быть, он жизнью обиженный или она обиженная. Но все равно я этому человеку хочу пожелать здоровья, пожелать исполнения его желаний. Пускай у этого человека все будет хорошо и прекрасно. А Жасмина все ходит. Ходит. Мне прям все интересно по камушкам походить, представляете? Она меня, знаете, куда тянет? Туда уже, наверх, на набережную. Говорит, мама, ты что забыла? Твои любимые рольчики тебя ждут. Мы еще, кстати, не заказывали. Это у меня, по-моему, уже в традицию вошло, представляете? Заказывать роллы вот именно на Гренаде. Обожаю их. Хотя дома наготовила вкусненькое. И два торта купила, в общем, и фрукты. Там у меня все, и шампусик есть, и вино, и коньяк, кто что хочет. Я себе шампанское выбирала вместе с вами, кстати. Поэтому вот так вот. Я очень рада, что сегодня отличная, такое, отличная погода, солнышко светит. Вообще все прекрасно. Вы знаете, и я, кстати, осознанно выбрала такой выбор дома отмечать в этом году. А в том году я отмечала в Арнамале, в ресторане. И вы знаете, там в эту дату, 22 января, еще три женщины отмечали. Кстати, мы были там разных возрастов, тоже так интересно. Так, идут люди, я же Жозефину к себе подтягиваю, чтобы она не шумела. Вот, ну и что? Что нам 18 или нам 25-30? Где я уже только не отмечала свой день рождения, друзья? И на шашлыках, и на море. И в сауне, и в бассейне, и в ресторане. Везде было. И везде в основном как-то было все весело и прекрасно. Поэтому я считаю, мы сами создаем себе настроение на любой праздник. И неважно, это день рождения, или 8 марта, или Новый год. Кстати, кто-то мне написал по поводу очков. Вам очень идет, очень красивые девочки. В предыдущих комментариях я оставила все артикула на рубашке и на очки, поэтому посмотрите. Вот, и, конечно же, благодарю за вот ваше такое честное мнение, потому что у меня тоже всегда на все честное мнение. Я просто, вот знаете, прям нутром не переношу обман, предательство, ложь, неискренность, вот это вот, знаете, я не люблю таких людей. То начинают там что-то вот... некоторые говорят комментарии, допустим, пишут, видно, искренне. Или там, допустим, комплимент себе делают, да, кто, даже женщины. Видно, что искренне. А некоторые прям вот, знаете, как любят. Ой, ты прям такая, ты такая красивая, такая это. Я вижу, что это вот, знаете, лесть. Я не люблю лезть ужасно. Я люблю всю правду всегда. Ну, такая вот пухленькая, ну, такая вот оптимистка, ну, зато я. Кстати, комбинезон, сейчас покажу вам собачку, комбинезон, как у нас. Видите, не успела снять, сцепились тут две красотки. Не знаю, почему у меня такая агрессивная. Ой, смотрите, девочки, тройнёшки, походу. Или нет, нет. Просто одеты все в одном цвете. А две девочки почти одинаковые, одна маленькая на ручках. Я, кстати, искренне восхищаюсь женщинами, кто многодетные мамы. Это такой труд. Но это надо так любить детей, любить своего мужа, чтобы родить много, даже трое и более детей, да? У меня, кстати, у одной сестры, у двоюродной тоже трое детей. А так в основном у нас у всех.
двоюродных сестер. У всех по двое только. Зато я вам это на людей, да, показываю. Давайте нам, Марин, уже море, хватит там людей разглядывать. А мне, знаете, мне тоже так интересно, все, кто как там гуляет, кто в чем ходит, да, девчонки, это наше, наверное, такое, да, внутреннее прям. Вон девочка играет, так вот, у ручейка, так красиво, тоже такая ярко-розовая курточка у меня, которая, помните, я покупала перед Москвой, но я ее сегодня не одела, потому что у меня столько курточек, думаю, надо что-то как-то вот по очереди все одевать. Ну что, друзья, наше любимое море. Кто за море? Ставьте лайк, пишите комментарий. Я обожаю море. У нас, кстати, родители вывозили всегда с Москвы каждое лето с сестрой на море. Мы ездили, потому что многие дети в детстве болеют. У нас были какие-то аллергии, диатезы вечно. И вот родителям тоже респект, уважение за то, что они жертвовали, да? Это же всегда было очень дорого, друзья, всегда съездить на море. Нас возили, и мы как-то вот полюбили море с детства. Сестра говорит, я бы тоже на море жила, только, говорит, боюсь наводнений, всяких катаклизм. Я говорю, ну, знаешь что, дорогая моя Олечка, я говорю, в лес волков боятся, в лес не ходить. Я вот так считаю, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ну что же, Зефин, пойдем. Совсем ты уже всех облаяла. Давай, давай. Пойдем, рольчики наши закажем. Роллы сейчас закажем, ну, кофе, наверное, да? Ну, смотрите, ручеек бежит, видите? Вся грязь стекает в море, да? По-другому можно сказать. Ну, что сделаешь? Море большое, все там растворится. А в моей любимой палатке, как всегда, аншлаг. Сколько народу, всегда много. Это не я ли там ее разрекламировал? Смотрите, и там вот в закрытом пространстве много сидят. Ну что, друзья, взяла, как всегда, Филадельфия. И в этот раз у них есть кофе, Сникерс. Взяла Сникерс. Также Зофина. Очень много людей. Видите, как хорошо, да? А там вспоминаем мой отдых в Москве. Я что, могла погулять час на улице? Я вас умоляю. Что-то там в море я вижу. Там, не знаю, ну 10 минут максимум при минус 30, минус 20. Что-то плавает, как будто вижу, но не пойму, что там. А, это, наверное, видите. А, вон, видите? Так, Жозефина, успокойся. Вы знаете, я ее не каждый день беру. Может, она у меня дикая становится. Кто напишет мне это? Может, она... Хотя я ее... И когда дома гуляли мы в Москве... Ну как, она у меня возле дома-то гуляет. Я в плане людей. О, музыка на пирсе играет. Смотрите, прям танцы, танцы. В конце января, да? Вот, и... Может, она дикой становится, потому что... Что она так лает? Мам же у нее не агрессивная, добрая. Ох.
Вот, так что вот так вот, друзья, видите? И вот, на велосипедах. Разве покатаешься на велосипеде зимой в Москве? Ну, к примеру, да, на мопедах, там, на мотоциклах. Я не знаю, кто вот не любит юг, море. Может быть, это какие-то люди агрессивные. А может быть, просто, ну, нравится вам и все. Вот, знаете, я вот, кстати, никогда никого не люблю осуждать. Я считаю, у каждого свое мнение. Кто как хочет, так и живет. Я не люблю эти сплетни никогда. Я и подруг выбираю себе, знаете, по себе. Не люблю никого обсуждать, не лезть никогда в чужой карман, узнавать, откуда человек деньги заработал, как он живет, чем он дышит. Нет, совершенно. И я тоже жила в Москве те же 43 года. И, допустим, я бы тоже могла сказать, мне и тут хорошо, где нас кормят, да. Но я же как бы говорю, что всему свое время. А вообще, вы знаете, просто очень мало людей, я бы сказала, тех людей, которые свои мечты осуществляют. Вот что я хотела вам еще сказать. Многие мечтают, они двигаются к целям. Вот, допустим, мечтает там человек приобрести себе там дом где-то на море или на юге, или там еще что-то, да, купить там машину какую-то, или вообще там, ну, самое оптимальное, что можно там, да, допустим, женщине там золото купить себе, или там шубку какую-то купить, к примеру. Она начинает искать способы. То есть у нее есть цель, не вижу препятствий. Да? Ну, допустим, кто-то нашел мужчину, который ей подарил это золото, бриллианты, шубу. Кто-то пошел, допустим, на вторую, на третью работу устроился, ну, потому что хочет. Ну, хочется себя побаловать и хочется исполнить свое желание, да. Вот. А кто-то просто не хочет этого. Знаете, вот таких людей, честно, не уважаю, которые лежат на диване, просто вот нога на ногу, и вот мечтают, когда-нибудь на мою голову упадет миллиард, просто вот кто-то возьмет из окна, выкинет, я пойду, подберу и буду жить просто не работая, кайфовать всю жизнь оставшуюся. Вот понимаете, а человек, допустим, о многом мечтает, допустим, мечтает о деньгах, о больших. Вот. И ничего не делает. Работает на работе, там, получает, там, допустим, 20-30 тысяч, неважно сколько там, 40, 50, 100, и все, ему ничего не надо. А потому что он ленится, лень. А знаете, чтобы свою мечту осуществить, нужно вот реально этим загореться. Вот тогда у вас эта мечта реально осуществится, понимаете? Загореться своим идеей, мыслью, потом мечтой. И начинаете двигаться к цели. Так, что здесь происходит? Что-то вот очень много людей. А, вон эта собачка, которая... Я хотела сказать, у нас такой же комбинезон, но у нас... Он... Почему-то я купила его года два назад, а он большой оказался. Смотрите, а здесь вообще все перекрыли, да? Сейчас я вам поприближу. Убегает собачка, убегает, а я ее снимаю, они бегают, играются с ней, смотрите. Супер, да? Так, знаете, когда музыка играет, прям кажется, как будто лето. Вообще лето, все так кайфово, все так круто. Много народу, можно купаться. Главное, что можно купаться. Кстати, девчонки, я сегодня, вчера точнее, я красила волосы сама опять, двумя заходами. Я не знаю, я не стала вам снимать, как я разводила этот порошок, потом краску. Если кому интересно, я могу это отснять какими-то отдельными частями. Я уже не буду показывать по себе, как я там все это мажу. Но хотя бы, что я развожу, какой краской, что я добавляю. Я сначала делаю супру, потом... Ну, порошок, да, пудра. Это по старинке я называю все равно ее типа супрой. Вот. Намазываю, сижу минут 30-40, смываю, сушу волосы. Потом иду опять, намазываю уже краской. Две краски добавляю. И что еще? И опять намазываю, опять сижу, смываю, сушусь. В общем, целая история. Да? Знаете, откуда-то пахнет шашлыком, не пойму откуда. Прям шашлычком пахнет, так классно. Что-то погода вот какая-то, знаете, вот мы каждую зиму с подружками ездили в горы на шашлыки. А тут что-то все заняты,
и погода какая-то была дождливая, и передают еще дождь, и поэтому что-то мы еще не выехали никуда. Море вам еще. Танцуют все, да? В честь моего дня рождения музыку включили, наверное. Жозефина, как всегда, это просто невероятное что-то. Что-то невероятное. Жозефина, какая же ты девочка нехорошая. Почему ты маму расстраиваешь? Так на меня посмотрела, типа, мама, отстань, я тут отрываюсь, мне хоть хочется поговорить со всеми. Полаю, да? А ты мне мешаешься. Вы знаете, хочу вам сказать, друзья, что каждый должен свое желание осуществить. Даже пускай оно какое-то, знаете, вам кажется оно неземное. Вот у меня, допустим, я родилась в январе. Я всегда в холод, в мороз, после новогодних праздников, никто цветочки не подарит, все деньги потратили, подарков на меня всегда не остается. Это вот у меня с детства так всегда, такая обделенная вечно. И у меня было такое желание на море отметить свое день рождения, хоть когда-нибудь походить пешком по земле именно в свой день рождения. О море я даже не мечтала, просто вот чисто хотелось, вот такое желание у меня было. Ну и плюс, конечно, чтобы желательно было зелено, все красиво. Раньше, конечно, вы знаете, особо, может быть, избранные какие-то только ездили по заграницам. Вот. И когда уже начали многие кататься по заграницам, вот, я осуществила свое желание. Мы с подружкой ездили, летали в Египет. Это было просто что-то невероятное. Вот с той, которой Ольга, которая 21-го, день рождения, 22-го, мы устроили такой праздник себе, взяли детей, вот, девчонки с нами ездили, дочки. И, вы знаете, так было здорово, не помню сейчас, но это было очень давно, дней на 10 все включено, мы летали в Хургаду, потом я еще с детьми ездила в Хургаду, тоже еще на день рождения потом. В общем, как-то вот дороги я открыла сама себе, дороги. Причем, что самое интересное, когда я была замужем, ни один муж меня не свозил за границу, и тем более просто на наше море даже, понимаете? Поэтому эта женщина решила взять свою жизнь в свои руки и исполнять свои желания и желания своих детей. Вот. И потом я, конечно же, летала и в Египет очень много раз, зимой в основном, и на Кипре, друзья, и в Доминикану я возила детей. 3 недели мы жили, все включено было. И в Турции очень много были. Вот. И, ну, естественно, плюс еще наше Черноморское побережье. Жозефина на солнышке рада уже до смерти, что травка есть, что можно походить без снега. Вот, и все. И потом как-то вот подружки образовались. Вот, и начала ездить везде. Не только это Сочи-Лазаревская. Я же говорю, из границы тоже везде была. Во многих странах была. Но как-то вот Россия мне больше по душе. Не знаю, почему-то вот нравится. Как-то все-таки все наше родное, да? Я бы так сказала. Наверное, наши роллы уже готовы. Сейчас мы спросим. Ну что, друзья, попробуем роллы в новом 2024 году. Я еще их не пробовала на море. Будем с вами пробовать, да? Жозефина рядом сидит. Кофе, Сникерс. Ну-ка, сейчас мое мнение. А там кусочки какие-то, как будто шоколад. Я его не брала еще такое. Супер. Горяченькая. Жозефинка рядом тут со мной. Ну что, Жозефин? А роллы, как всегда, она не ест. Видите, вот укладываешься, да, укладываешься, идешь на море, все, сразу все в разные стороны летит. Бесполезно.
Все бесполезно тут на юге, укладывания все. Но, слава богу, мне уже перестали писать, что у вас шухер на голове. Я и сама знаю. Это не новость для меня, в принципе. Как поначалу, помните, наезжали? У вас неухоженные волосы. Жозефина что-то отвернулась от меня. Так, ну-ка. Шикарно. Шикарные роллы. Никакие оливье не заменят эти роллы. Друзья, кто со мной согласен? Уже волосы держу, видите, летят в разные стороны. Поздравления так приходят. Очень много поздравлений. Даже сама удивляюсь. Очень много народу поздравляет. Всех благодарю, естественно. Она отвернулась от меня, потому что я ей не даю. Это вообще номер. Представляете? Смотрит на море. Салфетки улетали. Я говорю, давайте я их в карман возьму. Всем приятного аппетита, кто меня смотрит. И отличного настроения. Никогда не портим себе настроением плохими мыслями и негативными действиями. Шикардосный. Я буду всегда брать сникерс кофе. Мне так понравился. Супер. Особенно возле моря. Особенно при солнышке. Просто кайф. Смотрите, друзья, она никак не усядется. Мне на солнышке плохо видно, что я снимаю. Вон, видите, там ремонты идут. Ремонтируют. Я села подальше, вон, видите, там есть закрытое кафе и открытое кафе. Кстати, друзья, я посмотрела, в этом году у нас Пасха будет 5 мая. Всегда на Пасху я отправляюсь в церковь. Я все равно, хоть и живу одна, яйца крашу и куличи покупаю, и освещаю, записочки всем пишу. Кстати, надо будет уже и в церковь нам съездить. Я еще как приехала, не была. Вот, и что хотела сказать. В том году, как Пасха пришла, фаворит открылся на набережной. В этот же день, в первый, я пошла сразу в это кафе. Я там всегда беру шашлычок. Обожаю там шашлыки в фаворите на набережной. Вот, а в этом году я не знаю, неужели они откроются 5 мая. Хотя у нас такие были разрушения в этом году. Еще впереди, еще у нас февраль, еще март. А вот такие тоже холодные, как говорится, дни. Видите, она отвернулась прям к морю. А, либо на людей смотрит. Видите, что делают? Они обшивают профилем внутреннюю часть крыши. И сразу смотрите, как красиво, да, становится. Получается, вот там вот есть, видите, а вот этот промежуток, его не было. Они просто, наверное, переделывают. Может быть, сгнило все или улетело что-то, я не знаю. Жозефинка, курносик, ты не замерзла? Я уже ей вот так вот капюшон надела. Думаю, что она замерзла. Потому что немножко ветер все равно гуляет. А-а-а, к маме на ручки, к маме на ручки. Какая ты? Сейчас возьму, подожди. Иди. Иди к маме на ручки. А как же без тебя? Ну как же? Ты же у нас звезда. Звезда Ютуба. Звезда Ютуба, да? Фотомодель. Мамина фотомодель.
Смотрите, какая она довольная, счастливая, что она на юге живет. Как мама. Довольная и счастливая. Девочки, а был бы Мил рядом, это всего лишь дело случая и дело времени. Он всегда найдется. Святое место пустым не бывает, это однозначно. Как говорится, не впервой, да? Не впервой нам. Не трясись, что-то замерзла. Обалденная кофе. Шикардос. Облизнулась. Облизнулась. Тебе теплее с мамой так? Чего ты трясешься? А не знаю, то ли они мерзнут, то ли они пожизненно трясутся всегда. Эти маленькие собачки. Вы знаете, когда в детстве, там, я не знаю, в подростковый период времени, все время думала, ой, эти маленькие собачки карманные, такие трясогузки, нафиг они нужны. Никогда не надо говорить. Никогда, да? Потому что всегда, вечно, как скажешь, типа, у меня так не будет, у меня такого не будет никогда. И всегда это происходит, я заметила. Представляете? Также, когда 31 декабря я сына родила, я же рассказывала, читала литературу, мне ставили на январь, вот. Хотела, конечно, я, чтобы водолейчик тоже сунули, ну ладно, козерог тоже ничего. Вот. И я тоже тогда читала книжки, а девчонки рожали 31 декабря, прямо под Новый год. Я никогда, нафиг надо, им что делать нечего. Вот они рожают на Новый год. Да не трясись ты. С мамой теплее. У меня так и произошло. Ровно утром меня увезли, и утром я родила 31-го. Ну что такое? Что такое? Сынулю мою зовут Никита, а дочку Кристина. Кто не смотрел московские влоги? Дочке моей 28, в этом году будет уже 29, она еще не замужем, карьеристка, а сынуле моему исполнилось 17. В этом году ему будет 18, в конце года, естественно. Учится у меня на программиста. Ну что, трясогузочка моя, курносик такой, носик кожаный, кожаные лапки. Как мы их любим, да, девчонки? Пишите, ставьте лайки, пишите комментарии, кто любит животных. Ну и вот. А потом больших собак, я, честно говоря, как-то вот побаиваюсь даже. И надо брать всегда животного с детства. А вот. Сижу, у меня тут все стынет. С детства, да, и воспитывать. Иначе это что попало получится. Брать вот там 2-3 месяца, что было вашему младшему ребеночку. Но я тебя грею. Грею я тебя, не трясись. Что же совсем прям скажут, заморозила девку мама. Не трясись. Главное, мама рядом. Жозефина, мама рядом. Ладно, давайте я отключусь, поем, потому что тут шумят. Я не знаю, слышно меня вообще или нет. А меня слышно или нет? Не знаю. Так, смотрите, коронный номер. Да я держу свою. О, я думала, у меня зверь, у вас тоже. Ничего они друг другу говорят. Понятия не имею. Я собака, нет, я собака. А у вас кто, мальчик, девочка? Девочка. И у нас девочка. Вот две девочки вступились. Конкуренция, да? О, там бегают. Еще один. Ну вот видите? Ой. А я думала, стерилизованные поспокойнее. Мы не стерилизованы. Мы тоже надеялись, что будет спокойнее. Потому что... Да? Со всех сторон тут меня облепили. За нами бегает, я уже не знаю. За вами или за нами? За нами бежала. Ого. Смотрите. Знаете, что происходит? Вот так вот, друзья. Так что стерилизовать, не стерилизовать. Бесполезная песня. Они все равно такие агрессивные. Походу, это у них в крови. Так, Жозефина, давай. Оп. Запуталась. Ну что, отпустила я ее, смотрите. А рыженькая за нами идет.
Что ж на руки взять опять? Идем. Осталось там. То отсюда собаки летят, то оттуда. Но рыжая вроде не агрессивная, но все равно несем под мышкой своего ребенка. Все, друзья, мы покушали. Ага, вон она, смотрите. Видите, что так и бежит. Надо же. У нас ошейником чья-то, походу. Сбежала ты, что ли? Видите? Вот. И сейчас я еду домой получать остальные поздравления, подарки, цветочки. Поэтому оставайтесь еще со мной. Видите, как она бегает? Прям лисичка рыженькая. Зелено, красиво даже зимой. Вот как это променяешь на морозную, холодную, заснеженную Москву? Ну, это мое честное мнение. Видите? Девочки, еще хотела вам показать. Духи у меня лежат в машине. Вот такой вот флакончик красивый. Я люблю выбирать, когда масляные духи. Всегда почему-то я люблю выбирать флакончик. Кстати, смотрите, там еще половина. Вот. И тоже обалденный запах. Вот. Флёр-наркотик. Вот кому нравится флёр-наркотик. Такой, знаете, он какой-то вот... Тоже, не знаю, для меня тоже какой-то восточный, нежный. Он не сладкий, не приторный. Вот. И, кстати, вот посмотрите, девчонки, еще вот такой вот запах тоже шикардосный. Но мне нравятся всегда вот такие вот оформления очень красивые. Видите? И я люблю небольшие флакончики, где-то вот на 30-50 миллилитров. Запах, конечно, шикарный. Вообще шикарный, девчонки. Ой. Это вообще. Причем, почему мне нравятся масляные, девочки, духи? Потому что они очень долго пахнут. И если вы даже брызганете на одежду, то одежда даже после стирки будет все равно вкусно пахнуть вашим ароматом. И я хоть и разными парфюмами пользуюсь, но когда приезжаю домой, например, да, смотрите, прям очки потеют. Ага. Когда приезжаю домой, всегда мне дочка говорит: ой, мама пахнет, мамой пахнет. Мне вот это нравится, прям пахнет мамой, да, вообще супер. Представляете, вот так вот, где бы вы ни были, вас всегда найдут ваши дети. Ну все, я еду домой получать остальные поздравления. С вами не прощаюсь, буду прощаться уже дома. Ну что, друзья, праздник мой только начинается. И вот мои розочки, которые я сама себе подарила. И только что мне курьером отправили белые лилии от дочки с такой вот записочкой. С днем рождения! С днем рождения, моя любимая мамситочка! Ура! Этот вечер он провел с тобой, мой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только что осуществилось желание. Ну что, друзья, цветы поступают. Еще прислали мне букетик. Сегодня я поздравления от всех принимаю. Очень много народу мне написало. Благодарю всех. Какая красота. Смотрите, вот это у меня искусственный цветок, да? А это вот настоящие, живые. Вообще супер. Благодарю всех сердечно за поздравления.
Ну что, друзья, я буду заканчивать свой влог. Жозефина, как всегда, ко мне на ручки просится. Хочу всех поблагодарить за поздравления, за ваши пожелания. И я сейчас начинаю принимать уже гостей. Сейчас, естественно, я переоденусь. Вот, и мы будем праздновать. Поэтому заранее уже с вами буду прощаться. Я благодарю всех за тех, кто со мной, за тех, кто с добром ко мне идет, за ваши искренние пожелания и поздравления. Мне очень много в WhatsApp девочек с YouTube тоже с канала писали. Вот, всех, естественно, благодарю сердечно. И я тоже хочу пожелать вам счастья, здоровья, любви и исполнения всех ваших желаний. Пока-пока, дорогие мои. Я всех люблю, целую и уважаю. Все.